Здравствуйте, Александр. Это видео про ваш переходничок КПН с одуванчиком. Сейчас я вам покажу, как его надевать на объектив. Вот, смотрите, берем объектив. Это у меня ТАИР-11А. Но аналогичное крепление. Откручиваем три винта. Снимаем крепление М42. И потом отпускаем здесь крепежные винты. И устанавливаем переходник на объектив. Затягиваем винты. Теперь самое главное. Берем камеру. Делайте все очень аккуратно. Совмещаем красную точку и средний контакт одуванчика на объективе с белой точкой на камере. Немножко поджимаю внутрь и поворачиваем против часовой стрелки до щелчка. Все. Как видите, я запрограммировал одуванчик от 3,5 до 22. И фокусное расстояние 135 мм. В обратную сторону точно так же. Нажимаем стопорную кнопочку. Аккуратно поворачиваем по часовой стрелке до белой точки. И вынимаем объектив с одуванчиком. Точно так же крышечку очень аккуратно ставим и вытаскиваем, чтобы не сломать одуванчик. Вот, как видите, все целое, невредимое. Все запрограммировано. Сейчас я сниму КПН с моего объектива, упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.